История Дворца культуры губернаторский начинается 5 января 1972 года. Именно тогда здание Дворца культуры профсоюзов было сдано в эксплуатацию. Уже 8 марта на его сцене был показан первый концерт. Эта дата и считается днем рождения дворца. Когда президент Российской Федерации издал указ о праздновании Дня работника культуры, коллектив дворца объединил обе знаменательные даты. Поэтому именно 24 марта коллектив губернаторского принимал поздравления от своих коллег. Я сердечно поздравляю и администрацию, и руководство с 45-летием Дворца культуры. Нам приятно, а мне вдвойне приятно, потому что я во время, после Великой Отечественной войны, жил вот в этом доме, который во дворе кирпичный, религиозный, в квартире номер 2. Это замечательные люди, которые всегда создают для нас праздник, которые стараются сделать нашу жизнь добрее, ярче, светлее. Поэтому очень хочется пожелать им всех благ, семейного благополучия и счастья в личной жизни. Главным событием юбилейных дней в губернаторском стал концерт «Всему свое время». Огромный циферблат с движущимися стрелками, спроецированный на экран, отсчитывал время в обратном порядке. Он стал объединяющей нитью всех номеров этого мероприятия. «Праздник, который всегда» – эти слова стали главной темой всего вечера. Ведь все 45 лет артисты губернаторского месяцами готовятся к каждому празднику, чтобы порадовать ульяновцев интересными номерами. В этот раз на сцену вышли все творческие коллективы Центра народной культуры. Вокальная студия «Соло», ансамбли «Счастливое детство», «21 век», «Каскад», «Симбирские узоры», «Ладанка», «Заваленка», государственный ансамбль «Песни и танца Волга» и многие другие. Поздравить коллектив губернаторского и работников культуры пришел председатель правительства региона Александр Смекалин. От имени губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, от имени правительства региона, я желаю вам никогда не терять той искорки, которая зажглась когда-то в вашем сердце, которую вы несете сквозь года для того, чтобы подарить ее людям. За то упорство и за ту любовь, которую вы проявляете, воспитывая новые таланты и, как вот сейчас вы здесь видели, зажигая новые звезды. В рамках праздничного вечера и в преддверии Дня работника культуры состоялось вручение областной ведомственной премии «Браво, маэстро», учрежденной губернатором Ульяновской области. По традиции премии в 10 номинациях вручали ее лауреаты прошлого года. Главный приз на этот раз достался заслуженному работнику культуры России Станиславу Зевахину, руководителю ансамбля «Гармоника» детской школы искусств номер 2 города Димитровграда. После торжественной части выступила заслуженная артистка России Наталья Королева. Это был подарок от губернатора работникам культуры региона. Поздравляю, от души желаю любви, добра и счастья на все времена. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.